В общем, вот так. Подсветка не работает. Волкодер периодически тупит. Будем чинить. Но сначала, сами все услышали, это принимается вот буквально на кусок двух проводов, там, типа симметричная антенна, внесимметричный вход, выход он же, неважно. Будем городить антенну. Рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами я, да, с вами Бутылкус. Давненько мы с вами не виделись. Продолжаем разговор про радиоэлектронику, если можно так выразиться. Трансивер слышали, да? Мне предстоит завтра экзамен радиолюбительский, то есть, ну, на получение позывного. Я постараюсь рассказать обо всей этой истории, собственно, в этом ролике. Ну и попутно, конечно же, трансивер есть, антенна убогая. Будем собирать. Как выяснилось, у меня не так много пространства на участке. Я тут растянул веревочку, померил. Оказывается, всего лишь 15 метров длина от стены дома и до забора. 15 метров. Для того, чтобы связаться с радиолюбителями, надо понимать диапазон, на котором есть более-менее неплохое прохождение практически круглые сутки. Это, разумеется, 80-ка. А 80-ка, то есть 80 метров, да, надо понимать, что эффективная антенна – это полуволновой диполь, такой классический. Полуволновой диполь на 80 метров – это 40 метров полотно, с учетом там коэффициентов там удлинения, укорочения и так далее. Но плюс-минус в любом случае 40, мать его, метров. Такого, к сожалению, у меня нет. Есть дерево растущее прямо за забором, высотой метров, наверное, ну, 15. Но даже inverted V я не могу поставить просто банально, потому что вот у меня прямо сейчас, вот прямо за окном. Да, у меня все в электронике, все никак руки не дойдут ни до чего. Там... Вот потихонечку делаю. В общем, прямо за окном у меня стоит собака, электрический столб. Да, на нашем участке стоит столб электроснабжения. Вот, то есть и inverted V, то есть вот таким образом наклоненные плечи того же самого, грубо говоря, минусовой, плюсовой. Ну, это переменный ток, неважно, в общем. Два плеча диполя, которые обычно вот так вот происходят, да, то есть вот так их тоже не поставишь, там, на 15 метров закинуть. Для 80-ки это минимум, в общем, надо что-то думать. Закапывать какой-то, ставить штырь, граундплейн, там, землица к забору выстраивать, это с ума сойдешь, это нужно искать и КПЕшки, причем мощные, потому что трансивер у меня 100-ваттный, и надо понимать, там сумасшедшее будет... Ну, как сумасшедшее, 100 ватт от аккумулятора, от 13,8 вольт, но очень, грубо говоря, на 50-омной нагрузке, давайте посчитаем, 100 ватт, это 5000 квадратных вольт, 70 вольт там с небольшим, 70 вольт переменки, высокочастотные, то есть это если взяться за настроенную в резонанс антенну голой рукой, то спустя где-то пару секунд можно лишиться всех отпечатков пальцев. Да не можно, а ну, гарантированно вы лишаетесь всех отпечатков пальцев. И так... Вот. То есть верхние слои кожи моментально испарятся. Вот. То есть, ну, в общем, вот так. Ну, ладно, сегодня речь пойдет о диполе на 80-ку, но с ограниченным пространством. Разумеется, это будет укороченный диполь. Укорочение осуществляется за, ну, разумеется, физическое укорочение при сохранении резонансной электрической длины. То есть физические размеры диполя получаются уменьшенные, но при этом его реальная длина для цепи, для трансивера остается ровно такой же, какой она должна быть в резонанс. То есть антенна будет настроена в резонанс на, соответственно, там 40 метров, на 80 метров. И, соответственно, трансивер будет думать, что он работает, ну, грубо говоря, на полноразмерный диполь, на полуволновой.
на каркасах 25 мм, намотаны две катушки проводом 0,85. Ну, во всяком случае, это я так намерил. Но получилось, в принципе, четко. Намотаны 120 витков, две катушки. Индуктивность 80 микрогенри. Вот те, кто соображает, сразу же поняли, что диполь я постараюсь как раз... Диполь, неважно. Я постараюсь загнать физические реальные размеры диполя где, вот где-то в эти же самые 15 метров. Траповая антенна на 10, на 20 и на 80 метров в моем случае была бы где-то, ну, так, навскидку, метров, ну, где-то 26-27, наверное, общая длина полотна. А сороковка и двадцатка, они меня не особо-то интересуют, потому что на них прохождение есть в основном в районе полудня. И с учетом моей работы, ну, то есть, в полдень я либо сплю, либо работаю. Вот, то есть, по-другому не бывает. И, соответственно, ну, летом, лето у нас короткое. Понятно, что меня интересует более длинометровый диапазон. Так что вот так. То есть не вариант. С другой стороны, можно, конечно, сообразить и два диполя. Дважды укороченные, например, тот же самый траповый на 20-40 можно будет потом поставить. В первую очередь меня интересует однодиапазонный. Но я все-таки прикинул, что если получится попасть в резонанс на 14-200 и при этом удлинить остаток без фильтрующей составляющей удлинительных катушек, то это будет замечательно. Это вот такой вот эксперимент мы с вами-то и проведем. Ну и приступим к изготовлению, собственно, полноценной антенны. Итак, две удлиняющие катушки и три отрезка провода чуть больше, чем по 5 метров. То есть я собираюсь уложиться в размер 15. Соответственно, нужно оставить два плеча по 5.03, ну, будем надеяться, что я попаду. И вот я тут начал уже для себя, понял, что надо все-таки снимать. Вот, значит, моток 5-метровый. И я подумал, что будет разумно, и вот посмотрел в промышленных антеннах, которые стоят каких-то безбожных денег, при том, что вот это все мне обошлось, ну, бесплатно. Это сделано из мусора. Ну, вот, вообще, такой вот удлиненный диполь – это антенна бедного и стесненного, как в пространственном, так и в денежном смысле радиолюбителя. Ну, вот, я вот подумал, что вот такой крепеж был бы, наверное, более разумен. Во-первых, колечко позволяет хоть как-то сюда что-то как-то закрепиться. Сейчас подумаю, как, и покажу, расскажу, что придумал, надежно, ненадежно, посмотрим. А во-вторых, я решил оставить для настройки вот такие вот емкостные хлястики. То есть, после того, как будет сюда запаяно жестко, емкостная нагрузка, вот эти вот какие-то тоже там, может быть, десятые доли пикофарада, вот это все будет отрезаться для настройки. То есть вот чпок, потому что индуктивность в антенне ее электрически удлиняет при физическом укорочении, а емкость, которую добавят, собственно, вот такие вот две обкладки конденсатора вот с одной стороны и с другой стороны, чпок, отрезаем, уменьшаем емкость, растет индуктивность, соответственно, получаем обратный процесс, да, электрически антенна удлиняется, а физически она вот укорачивается на эти сантиметры, вот какие-то доли пика фарада я буду удалять. Чтобы не добавлять сюда металлических предметов, сверлим, делаем колечко из кабельной стяжки, и получается, что катушки удлиняющие будут висеть прямо на полотне, просто висеть, без каких-либо болтиков, без ничего, а соединение исключительно пайкой. Вот что получилось. Я просверлил по 4 отверстия, диаметрально противоположных, значит, вот видите, посередине так, ну и с другой стороны то же самое, и соответственно по два хомута пропустил через середину. Ну и соответственно сейчас будем, получается, что-то типа, ну, прошивки, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, прошиваем теперь через хомуты плечи диполя. Так, ну что, и получается теперь вот так вот, раз,
И можно... А какой из них что затягивать-то? Вот это. Угу. Так. Ну ладно, да. В общем, затягиваем. Второй хомут. Оп, вот он сам и откусился. Все. На мертвяк. Да, вот, тяну. Ничего не происходит. Все, тут какого-то супер натяжения не будет. Меня вполне устраивает такой результат. И все, и остается только вот, вот. Все, что остается делать, это только откусывать вот эти кусочки. Ну и, соответственно, теперь укороченную часть, где-то там 2,5 метра, что ли. Ну да, 5,03 и 2,5, да, 15 метров общая длина. Значит, то же самое повторяем с оставшимися тремя выводами наших двух катушек. Ну вот, с одним плечом закончил. Проверяем окончательно результат. Для этого нам понадобится найти один край. Вот она, это длинная внутренняя часть дипля. А это более короткая. Это вот как раз второй укороченный конец. Вот они. Грубо говоря, вот это к балуну. А вот это на оттяжку. Все просто. И, соответственно, он должен звониться насквозь. При этом, смотрите, раз катушка, два катушка, три катушка. Достаточно большое количество намотано всего. И, соответственно, не сразу тестер должен заверещать. Это, конечно, не какой-нибудь, как он правильно называется, мод, трансформатор из микроволновки. Но индуктивность довольно, довольно неплохая. И, соответственно, тестер... Китайский дешевый, он достаточно долго будет тупить, искать замыкание, смотрите. Нет, сработал сразу, и вот только сейчас нулевое сопротивление показал. Вот так вот. А между щупами гораздо быстрее. Вот так. Ну вот и все. Плечи готовы, укорачивающие катушки готовы. И короткие плечи, непосредственно укороченные, всего 2,5 метра, тоже готовы. Все запаяно, прозвонено, все четко. Остается сделать только две вещи. Во-первых, покрыть это лаком. Есть у меня автомобильный лак, типа ремонтный. Во, автомобильный ремонтный с кисточкой. Лак Кудо. Хорошая вещь, в принципе, он акриловый, если мне память не изменяет. Матовый, не матовый. Высококачественный для создания глянцевого защитного покрытия, устранения незначительных эффектов. Вот, покрытие кузова. То есть, вот, хорошая штука. Я им что-то еще, помню, покрывал. Как его лучше-то? Вот. Лак Кудо. Вот этот с драконом, который. Или с коньком. С морским коньком. Хороший лак. Я им... А, я им шильдик покрывал. Нивы, помните, может быть? Вот. Соответственно, все, заливаем это все к чертовой матери. И если повезет, я в любом случае, мне нужно будет заскочить еще в магазин, найти ферритовое колечко подходящее, где-то 1000, для того, чтобы сделать симметрирующий трансформатор. Точнее, не трансформатор, балун. Просто балун. Не хочу я заморачиваться, я сделаю просто балун. А и еще, наверное, вот сейчас термоусадочки кусочек натяну на каждое соединение. Просто для того, чтобы лишний раз его загерметизировать, от атмосферных каких-то помех более-менее защитить. Все, на этом, собственно, сама антенна готова. Остается только сделать устройство для подключения симметричной антенны, то есть два полностью абсолютно идентичных плеча, для подключения его к несимметричному входу-выходу трансивера, 50-омному. Здесь сколько Ом, это уже нужно по месту примеряться, смотреть, прикидывать КСВ, но обо всем этом чуть-чуть попозже. А пока займемся лаком и будем изготавливать симметрирующий трансформатор, пока все это сохнет.
Ну что, господа, 19 ноября 2020 года, то есть, ну, получается, уже вчера, сейчас время 8 час 20-го. Вчера вечером посетил я Тульское отделение Союза радиолюбителей России, вступил, сдал экзамен. Экзамен, как и обещал, рассказываю, значит, прошел просто легко и непринужденно. Как ни странно, какие-то, ну, скажем так, личности, которые описывают весь процесс в интернете, я просто, ну, интересовался же, как это вообще происходит, описывают это достаточно нелицеприятно, типа, вот, надо обязательно вступить, ну, а что вы хотите? Конечно, нужно обязательно вступить в Союз радиолюбителей России, чтобы Союз радиолюбителей России за вас оплатил все пошлины. Можете сами оплачивать, да, я смотрел, там была пошлина что-то типа там 1700 рублей, мне членство обошлось в два раза дешевле, вот, то есть вопросов нет, ну, это чепуха, мужики, по-другому называть их как-то не вижу смысла, мужики, нормальные такие, взрослые, серьезные дядьки. Мужики веселые, добрые, общительные. То есть все объяснили, все рассказали, показали, усадили за компьютер. Вот. Спросили, на какую категорию сдаю. И я сказал, что ну давайте на третью, чего выпендриваться-то. Вот. И, соответственно, один из членов комиссии сразу с таким обиженным лицом сказал: ну не надо, ну пожалуйста, ну не надо. У тебя будет идиотский позывной, типа УБ. Там чего-то, или уа, не на такие позывные, как он сказал, не очень охотно отвечают в эфире, то есть приоритет будет тем, у кого позывные более высокой категории, то есть, ну, хотя бы второй. Ну, от первой они обычно и не отличаются, там, если уж очень хочется, можно взять себе там четырехзначный. Вот, но это не так много людей делают. Вот, поэтому уговорили, значит, после того, как сдам на третью, сказали, если сдаешь на третью, сразу сдаешь на вторую. Идет? Я говорю, ну, конечно, а что делов-то? Вот, ну и в итоге, потратив 10 минут времени на два экзамена, я сдал на вторую категорию. Ничего сложного в этих вопросах нет, если вы хоть как-то разбираетесь в радиоэлектронике, ну, в частности, прием передач, то есть, понятное дело, там вопросов про компьютеры нет, или там про какие-нибудь силовые установки, там, да, там, многих-многих киловольт, вот, ну, там вопросы касаются, в первую очередь, именно радиоэлектроники, некоторых организационных вопросов, ну, в плане, там, стран пребывания, чё как, там, как пользоваться трансивером в какой-то стране и так далее, вот. В общем, все очень просто. Ну и, собственно, вот, господа, ждем образования позывного. Буду освещать эту тему. Ну а пока, собственно, продолжаем готовить антенну. Заскочил я в магазин. Удалось вот найти более-менее подходящее по габаритам для симметрирующего устройства, балуна так называемого, колечко ферритовое. Правда, вот это все, что удалось найти, значит... Тут карандашком подписано 42-12-8, то есть диаметр, ну, взял именно 42, было еще поменьше, было сильно больше, вот, 42 просто вот внешний диаметр мне понравилось, 12 это толщина шайбы и 8 это получается сектор, ну, вообще обычно указывается внутренний диаметр, но тут указали 8, типа толщина по, ну, в плоскости шайбы. Вот так. И магнитная проницаемость, вот, к сожалению, если смотреть, по-моему, это ферроприбор, клеймо, не знаю, хорошо видно или нет. В общем, к сожалению, М2000 NM, причем один. Вот. Но, в принципе, мы делаем же не трансформатор, а симметрирующее устройство, поэтому магнитная проницаемость... теоретически, имеет последнее значение. Нам не важно набирать какую-то строго определенную индуктивность. Мы изготавливаем всего лишь симметрирующее устройство, а не трансформатор. Для тупых, чем отличается симметрирующее устройство от трансформатора? У трансформатора классического на сердечнике, давайте нарисуем сердечник. Вот так. На сердечнике наматывается, разумеется, две обмотки. Первая и вторая.
Ну и нарисуем выводы. Вот так выглядит двухпроводная линия, намотанная на некий сердечник. Нормальный трансформатор, классический, там, для понижения, повышения, напряжения или там, трансформации сопротивлений, наматывается вот так. Входящий. Выходящий. То есть, короткозамкнутый через много-много-много витков линия создает магнитное поле на сердечнике. И затем это магнитное поле перевозбуждает вторичную обмотку, которая, соответственно, начинает индуцировать ЭДС, ну или напряжение. Получаем выходное напряжение. Соотношение витков в трансформаторе определяет коэффициент трансформации. Ну, то есть, много витков на 220, мало витков на, например, 12 вольт. Ну и дальше погнали. Диодный мост, фильтр и там стабилизатор. Вот так выглядит классический трансформатор. Нам необходимо намотать симметрирующее устройство. В моем случае будем наматывать по другой схеме. Первичное, вторичное в равном, в равной пропорции. Но вот начало обмоток поставлю здесь, чтобы было понятно. Мы включаем его не встречно-параллельно. Вот так выглядит согласующее устройство для антенны. То есть мы несбалансированную 50-омную линию, коаксиальный кабель, подключаем через ферритовое кольцо, намотанное, и антенну. Вот так. Все очень просто, понятно. Начинаем наматывать. Берем наше колечко. Советуют сточить. Ну да, действительно, грани острые. Можно подточить там наждачечкой мелкой. Там, можно еще как-то что-то окультурить. Можно лаком покрыть, если хотите. Ну, лишь бы не было острых граней, потому что наматывать будем все тем же. Все тем же 0,85. В принципе, его будет достаточно для 100 ватт. Чтобы не повредить эмаль изоляции, иначе поцарапается. Вот прям даже, да, чувствуется. Потому что это железо, пыль мелкая. И, соответственно, какой-то абразивный эффект имеет. То есть, если чуть-чуть потереть, рано или поздно произойдет замыкание. Чтобы этого не произошло, будем использовать фум-ленту. Обматываем фум-лентой, вот так вот банально и просто, все кольцо. Ну вот как-то так у меня получилось. Не очень эротично, зато надежно и практично. Лучше, наверное, мотать в пару слоев. Я так посмотрел, фумка-то как-то что-то тонковато, но тем не менее. Вот. В принципе, этого достаточно. Кроме того, фум-лента, она оказывает герметизирующий эффект. Поскольку здесь же железо, соответственно, мы эксплуатируем это все на улице, дожди и все такое, антенна же постоянно висит в воздухе. Дожди, вся фигня, лишний раз влажность повышенная на железе нам не нужна. Ну и, собственно, приступаем к намотке обмоток. Да, вот еще. Пока я тут растягиваю свежую проволоку, складываю пополам, чтобы было понятно, зачем. Зачем необходимо симметрирующее устройство? Смотрите, если использовать один коаксиальный кабель и напрямую подключить его, то есть без вот этого, то есть просто коаксиал, антенна, все, как у меня было бы сделано, если бы я не поставил баллон в FM-диапазон, допустим, FM, в УКВ, ЧМ-диапазон современный, у меня получилось бы симметричное, точнее не симметричное, но как бы симметричная однопроводно-двухпроводная линия, при этом оплетка принимает огромное количество наводок и прочих сигналов. Вот смотрите, сейчас, я это в начале ролика говорил, у меня вот получается корпус заземления, да, это, ну, в общем-то, тоже и земля антенны, это, ну, условно-минусовой внешний контур, то есть оплетка кабеля, то есть вот если посмотреть,
вот этот корпус разъема, он соединен с антенной. То есть, реально, самая важная эта часть – это вот несущая жила центральная. В центральную жилу, в разъем трансивера у меня воткнут просто кусок провода, там, 3 метра, и заброшен на потолок. Туда, в сторону двери входной. Вот. И получается, сейчас у меня линия вроде как типа симметричная, двухпроводная, но на самом деле из-за того, что у меня нет никакого ни запорного дросселя, ни балуна, ничего симметрирующего, у меня получается все принимает все. И корпус трансивера, и центральная жила, то есть просто кусок провода, висящий в воздухе. И мы вот что слышим. Давайте сейчас я попробую поймать переговоры какие-нибудь, и вы поймете. Вот, 3663, это вызывная, по-моему, частота. Слышите, что происходит? Вот сейчас у меня включен монитор компьютера, и рядом с трансивером стоит блок питания видеокамеры. А теперь я просто выключаю монитор. И блок питания камеры. Поняли прикол? А теперь снова включаю камеру, вот пока говорит радиолюбитель. Я думаю, вопросы необходимости симметрирования и экранирования всего антенного тракта, ну, за счет оплетки того же кабеля. И нам же нужно, чтобы принимала только антенна и передавала только антенна. Все, по-моему, ответ очевиден. Вот что у меня получилось. Обрезал я одну сторону, вторую. Ну, в принципе, достаточно симпатично, более-менее равномерно. Тут важно, вот зачем функой обмотал, чтобы можно было выровнять. Вот, то есть параллельно идут две обмотки рядом расположенные. Вот, и при этом достаточно равномерно распределенные по кольцу. Всего витков 15 получилось, то есть начиная от входа и заканчивая выходом, в правильные витки считаются количество продеваний через кольцо. То есть, если просто... Ну, вы, наверное, много раз видели, вот на чем бы продемонстрировать. Какой-нибудь провод взять. Вот, пожалуйста. Видели вот это, да, на вот стандартном USB-шном кабеле? Что это такое? Да это то же самое ферритовое колечко. Только не колечко, а больше похоже на трубочку. Внутри находится такая же ферритовая трубочка. Она точно так же всякие наводки и нехорошие пульсации также давит. Вот и все. И это один виток кабеля считается. Просто продетый насквозь. То есть, вот если вот так вот раз, все, это один виток. Всего получилось у меня 15 витков. Нормально, я считаю. Это хорошая циферка. Все, остается только уже проанализировать его анализатором, если очень хочется. Для того, чтобы понять, какая у него получилась верхняя и нижняя граница диапазона рабочего. Вот. Но я думаю, что в стандартный КВ-диапазон я попадаю целиком и полностью. Все, в принципе, можно ее дополнительно загерметизировать, допустим, обернув сверху еще изоляцией. Вот. Поэтому я, наверное, сейчас так и поступлю. Не православная. Во. Я сейчас так и поступлю. Вот так. Просто снаружи. Теперь, собственно, продолжение банкета. Почему выбран диаметр там 40-42? Ну, во-первых, все-таки, как и в случае с трансформаторной техникой, имеет значение массогабаритное, значение сердечника. Какое? Ну, пропускаемая мощность, понятное дело. Но, с другой стороны, верхнее ограничение у меня было выбрано вот по какой причине. В качестве корпуса для балуна, ну, получается, центральная часть антенны, будет использоваться муфта РЕМ-ПП 50-го диаметра. Она очень удобна, стоит 3 копейки, в отличие от корпусов для РЭА. Вот. Если вы посмотрите, сколько они стоят в каких-то магазинах, это полнейшая жопа. Вот это мне
Вот это мне обошлось там рублей, по-моему, вот в 50 это все стоило. То есть кусок анкера я тут выдрал, анкер-крюк для подвеса люстр, шаёбочек набрал, барашки и винтики. А выбрано колечко было именно по диаметру. Вот, отлично, все туда заходит, при этом не сильно болтается. Соответственно, можно уже работать. Колечко будет даже удобно зафиксировать внутри этой муфты, просто, допустим, клеем капнув, сделав какую-то такую полочку, ну или не полочку, можно даже вот эти, собственно, кольца сами использовать, заглушки. Вот. Ну, что-нибудь сейчас выдумаю. И все, и получается у нас вот полностью удобный доступ ко всему. Ну и где-нибудь с краю сделаю отводы на диполь. Да, а вход будет снизу. То есть вот сюда будет заходить кабель. Очень удобная, простая, мне кажется, конструкция. Дешево, сердито. Я же говорю, это антенна бедного радиолюбителя. Вот. Ну и по поводу кабеля, который подводится. Единственный 50-омный кабель в Туле, мать его, это просто жопа, который мне удалось найти. Это самый дешевый, всеми ругаемый, рексантовский 50-омный. РГ-58АУ, серый, в ПВХ-оплетке. Вот если посмотреть. Да, вот кейбл 50 Ом, 01-2002, что-то там, апрель 2020 года и так далее. РГ-58АУ. Но это единственный кабель вообще, который был 50-омный, и вот... Видно, да, надеюсь. Это медная жила и медная оплетка. И, насколько я вижу, внутренняя жила многожильная. То есть, этот кабель достаточно гибкий. В принципе, симметрирующее устройство можно было бы намотать им. Но нет, не буду я так изгаляться. Поэтому оставим на совести производителя. Я понимаю, что, скорее всего, он будет греться, но я и не собираюсь все 100 Ом залужать. Мне необходимо набраться опыта. То есть, где-то годик я буду работать вот на такую вот дешманскую, простую, мать ее, антенну в одном диапазоне. Я понимаю, что рано или поздно я захочу большего, но на данный момент имеем то, что имеем. Или то, чего заслуживаем. Хрен его знает. Смешно, конечно, радиолюбитель второй категории, но пока еще не присвоенный, но тем не менее. Радиолюбитель второй категории вот таким вот дешманским кабелем пользуется. С другой стороны, я мог бы воспользоваться, например, высококачественным 75-омным кабелем. Говоря о том, что все собрано из говна и палок на коленке, в принципе, 75-омный кабель обеспечил бы мне КСВ там, на частоте согласования антенны, там также не хуже полутора. Вот. Ну, если говорить о потерях, потери в этом, вот за что ругают, большие потери. Ну, потери какие? На каких частотах? На КВ, то есть там до 30 МГц, потери будут существенно меньше, чем, например, на диапазоне, ну, не знаю, ну, тот же КВ-ЧМ, то есть там 100 МГц. Понимаете, да, разница в частоте там как минимум в 2 раза, в 5 раз выше, то есть на порядок отличаются частоты, и, соответственно, потери тоже должны быть на порядок меньше. Я вот спецификацию не смотрел, но оно мне как-то не особо интересно. Мне сейчас главное заставить работать и выйти в эфир, провести какие-то первые QSO. Сейчас я буду думать, как это все дело сюда впихнуть, и покажу уже, наверное, готовый вариант с полностью закрепленными плечами диполя и заведенным кабелем. Вот. Ну а дальше мне необходимо будет выводить кабель, точнее заводить кабель с улицы прямо к трансиверу сюда внутрь комнаты. Для того, чтобы это сделать, я не могу, понятное дело, сразу же навинчивать разъем, потому что на улице паяться будет неудобно, хотя у меня есть такой переносной паяльник, он 5-вольтовый, вот. Но при этом паяет, но у меня не получится там, наверное, запаяться достаточно толстым проводом. Поэтому сначала мы собираем внешнюю часть антенны, а потом с улицы забрасываем, затягиваем кабель через отверстие в стене. Мне еще и стену предстоит пробурить. Вот. Ну, это не особо интересно. Тут каждый, кто на что гораст. Кому-то можно через форточку, но у меня в окне форточки нет.
Да, там, где я паяю, у меня нет форточки, я не могу включить вентиляцию. Какой я молодец. С другой стороны, умереть от обилия свинца в легких гораздо приятнее, чем от ковида, например. Вот такая вот шутеечка вам, господа. Ну ладно, все, в общем, оставляю я разъемчик до будущего момента подключения. И буду думать, как организовать надежный прочный подвес, потому что вся вот эта конструкция вместе с кольцом, а она получается чего? Ну, скорее всего, я не буду использовать анкер, потому что, а зачем он нужен? Скорее всего, у меня симметрирующее устройство в корпусе будет установлено прямо. Будет установлено прямо здесь, прямо в полотне антенны. То есть, либо вот так, либо вот так. Я имею в виду, либо так, либо сяк. И каким-то образом будут идти плечи. Либо они будут идти с боков, либо будут идти с торцов. А кабель будет выходить отсюда. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим, как это все дело удобнее организовать. Наверное, в принципе, да, лежачее колечко здесь, вот как оно сейчас расположено, было бы поудобнее для пайки. Действительно. Ну что, продолжаю я огородить огород. Придумал вот такую, собственно, конструкцию. Если посмотреть внутрь, видим шляпки болтов плюс шайбочки. С этой стороны барашки плюс шайбочки. Но главным трюком является вот что. Во-первых, барашки позволяют регулировать прижим. А прижим... Для чего нужен? Он нужен вот для чего. То есть отверстий на самом деле по два. Меньшее отверстие, собственно, для плечей диполя. Это необходимо для чего? Ну вот, о, как раз кусочек. Кусочек чего-то. Ух ты, что-то я делал. Хитро изогнутая проволочка, значит, такая. Вот. Значит, вот что будет происходить. Мы сюда загоняем плечо диполя, запаиваемся изнутри, именно запаиваемся к балуну, и затем внутри прижимается шайбочкой, и снаружи прижимается шайбочкой, но помимо того, что происходит прижим шайбочкой, происходит еще и прижим непосредственно самим винтом с барашком. То есть я вот думаю сделать вот так вот один оборот кабеля плеча и уже вот так вот. И все, собственно, получается. Ну и я думаю, тут очевидное решение, да, и все. И барашком вот он, винт затягивается. Вот даже уже утянулось хорошо. Это позволит удержаться спокойно, надежно. Вот именно в таком виде. Болты ни к чему не запаиваемся, клеммы никакие не используем, только пайка. Минимизируем все потери, мы работаем на ВЧ с маломощными передатчиками и приемниками, поэтому, ну, я имею в виду относительно промышленных сигналов, поэтому какое-то соединение типа клеммы там или обжим, он не подходит. Если какой-нибудь банальный усилитель там вот этой польской решетки можно еще коаксиал вставить и прижать там винтиком, то это в принципе нормально будет, потому что и сигналы мощные у промышленных передатчиков, там ТВ трансляции, да, ну, в смысле телевизионные ретрансляторы и коммерческие радиостанции вещают, там проблем не будет с приемом даже вот при таком плохом соединении. А вот поскольку мы делаем все самостоятельно, надо сделать все-таки добротно. Антенна хоть и дешманская, но делать-то надо по-человечески, потому что делается для себя, ну, как минимум на год, я думаю, что она провисит без проблем. То есть вот такое вот хитрое решение. Ну и к тому же решается проблема нагрузки на соединение. Само соединение, получается, вот это вот несчастное резиновое уплотнительное колечко внутри, оно никаким образом нагружено не будет. Получается, что балун будет висеть внутри,
никак не закрепленный. Я, вот, наверное, еще вот в крышечке там герметиком накапаю, чтобы вот загерметизировать полностью. Но это уже после сборки. Это вот что получилось, собственно. В одну сторону у нас идет коаксиал, витки, 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 и выход на плечи диполя. Вот так. Надо эту неправославную куда-то применить. Я хз, отопление и замотать, что ли. Вот. Ну и получается, вот что я придумал. Значит, здесь вот не хочу шевелить, хочу сразу же это все дело оформить, окончательно воткнуть и, наверное, еще стяжками подтяну. Три стяжечки я взял. Вот одну на кабель, одну на начало изоляции, одну уже на там где-то 2-3 витка изоляции. Так вот, то есть, чтобы надежно. Если что, чтобы коаксиал не выскочил. Вот. Ну и поехали это дело окучивать. Сейчас все внутрь засунуть, потому что коаксиал в основном мотыляется. Он такой более грубый кабель, и поэтому не хочется лишний раз шевелить. Сейчас я это все дело внутрь оформлю. Давайте даже вот, чтобы было понагляднее, пробку отдельно. Главное, оп, сильно не тянуть. Вот. Главное, сильно не перетягивать, иначе проблемы какие-нибудь могут возникнуть. И смотрим, как оно. Как оно, на как оно. Вот, все отлично. И получается, что баллон ровно посередине встанет. Нормально. И обратно это все дело закрываем. Чтобы лишний раз, как я уже сказал, не мотылялось. Все. Остались только вот торчать два вывода уже непосредственно самой антенны. Это уже вот прямо здесь, вот на выходе из ферритового кольца начинается передающая антенна. Ну и все, остается теперь только загнать болтики, ну и как-то, наверное, пролить герметиком. Собираем. Самый ответственный момент матча. Это катушки, я их термоусадку тут приобрел, вот там видно, да? Вот, термоусадку взял, ее сейчас надо будет усадить, но прежде чем вообще что-либо делать, нужно проверить, звонятся ли плечи с началом кабеля. Причем абсолютно точно можно быть уверенным, что все в порядке, если звонится только одно плечо, допустим, с жилой, второе плечо звонится только с оплеткой. Никаких других вариантов быть не должно ни в коем разе, иначе придется все разбирать, искать козу, по факту все делать заново. Вот. Ну, в принципе, ничего такого страшного в этом нет, прям уж. Но, тем не менее, не хотелось бы потратить 2 дня вот на такую вот антенну, на съемки, на все остальное, что в конечном итоге выльется в неработоспособную конструкцию. Так, включаем прозвоночку. Включили прозвоночку. А, можно козу сразу проверить, кстати, и вот таким образом. Не должно быть ничего. Что-то там показало. Ты что, шалил? Ну, в принципе, там произошел заряд катушки, наверное. Или просто что-то было запасено. Или емкость просто такая. Ну, все. Отлично. И проверяем, что это за плечо. Оплетка не звонится. Все, на центральную жилу есть замыкание. И теперь смотрите, сколько времени занимает выход до единицы. Нисколько. Вот. То есть сопротивление получается 2 Ома или 2 милливольта падения. 2 милливольта падения. Интересно, даже поставим минимальный порог. 200 Ом. Посмотрим. 3 Ома. Добавочное сопротивление. Нормально. И проверяем с другой жилой. Не должно быть замыкания, хотя там оплеточка мандит. А, ну, наверное, да, я просто волосянку какую-то задел. И теперь вот, попроще можно прям вот туда его щуп на оплетку вешаем. Здесь звониться не должно. Не звонится. А здесь должно заверещать, да? Да, вот показывает сопротивление 2
2 Ома. А, ну это просто я... А, ну правильно, во-первых, оплетка, она больше. А во-вторых, площадь контакта посильнее. Ну и здесь падение меньше. Так, ну и теперь, чтобы выяснить, значит, вот это оплеточный. Оплеточный, то есть наружный экран у меня подключен вот к этому плечу. Я хочу выяснить экран к наружному плечу. Все, получается синий. Синее вот это вот плечо, вот это вот, который был сделан из нулевого. Из нулевого провода. Значит, это плечо. Отлично. Плечо, оплетка. То есть, грубо говоря, радиотехническая, ну, типа земля. Все. Все как и должно быть. Синяя земля, она же ноль. Супер. На этом конструкция антенны практически завершена. Остается ее только... Оп. Остается только коннектор сюда забабахать, но перед этим необходимо весь вот этот моток протянуть через стену. Через стену. Ну и заодно, конечно, пойти термоусадку зафигачить. Ну а дальше уже покажу установку антенны, замер, там сколько по высоте чего получилось, прикинем, настройку покажу. Я надеюсь, что к этому времени, еще до конца отпуска, вашу мать, я получу антенный анализатор, просто не хочется вслепую тыкать, сами понимаете. Еще нужно же настраивать вот эти длинные и все такое. У меня никаких даже показометров нет, кроме вот куда-то он меня запропастился. Вот, кроме индикатора ВЧ токов, кроме индикатора поля, если хотите. То есть вот два пин-диодика, ну, как пин, высокочастотных диодок, или как они правильно называются. В общем, 41-48. На плюс, на минус головки, все. Банально и просто. И, соответственно, как только появляется ток, стрелка начинает прыгать. Все. Конструкция закончена. Дальше уже будем смотреть на установленные изделия. Попробуем разобраться, как работает антенный анализатор. Ну и термоусадку пойду сейчас над плитой, пока супруга там не начала готовить какие-то обеды и ужины. Мучение, короче. Спасибо огромное, господа, что смотрели этот ролик. Я надеюсь, кто-то, хоть кто-нибудь, что-нибудь полезное для себя извлек. Ну, например, как всегда, учитесь на моих ошибках, как делать не надо. Я надеюсь, что хотя бы отрицательный пример будет для вас положительным. Это уже плюс, я считаю. На этом пока все. До скорой, я очень надеюсь, встречи. Ну и 73. С вами был Бутылкус. Пока.